Ну какой крутой мотоцикл. Кто-то из учителей приехал. Поближе не буду подходить, а так он такой красивый, надо же. А то скажут, что она там лазит. Никитку жду, он там где-то на поле гуляет со своей помощницей. Я их видела, сейчас ехала. Сейчас уже должны прийти. Я решила с этой стороны на него посмотреть. Он прям как это, черный ворон какой-то. Скулбас едет. А, нет, это не сюда. Тут за детьми тоже приезжает. Но Никитка у нас не ездит на скулбасе, потому что очень неудобно. Там, во-первых, нужно очень рано выходить. К примеру, мы в 7 только встаем и к 8 приезжаем. А он уже должен в 7 скулбас приезжать, его забирать. Да, ему, значит, надо там еще раньше вставать. И привозят тоже они поздно. Вот скулбас с другой стороны подъехал. Что здесь только не происходит, пока жду Никитку. А, вот уже стали выходить. Вот этот всегда первый выходит. Где? Вот Никита как ходит с этим, со своим стиком. Его несет. Я говорю, ты давай на него облокачивайся. Иногда так легче, да, Никит? Так, вот такая Gold. Сколько тут упаковки? 2 килограмма 26 грамм. Так, что там, 3,49. Вот такая есть мука. $3. Whitehall. Значит, она сколько? 8,29. 7,29. Органик вообще 11,50. Так что вот 12, 13 вернее. Что цена разная. А ты что там рассматриваешь? Салфетки Никитка любит трогать. О, у Никиты сегодня кофта крутая. Ну-ка покажи. Ну как, в школе понравилась твоя кофта? Ты Илюшка ему заказывал. Где он, на Амазоне или где заказывал? Выше. А, выше, да. Такой вот Никитка у нас деловой, желтый весь. Эти вот Илюша готовил, вот эти скалопсы. Очень вкусно, кстати, я их возьму. В духовке приготовить. Вот эти, наверное, возьму. Мне понравилось. Ну, здесь почем? Так, вот этот маленький, $7. А эти большие... Здесь обычно я не беру в этом магазине арбузы. Так, за паунд $1.29. Так, ну здесь уже вот готовые ягоды. Но я, кстати, их что-то не очень люблю. Сын их постоянно тоже покупает. Они очень быстро, они же порезанная клубника, быстро прям это пропадают. Надо, если купил, и сразу скушать. Вот виноград есть, дыня, ананас и все порезанное. Арбуз. А вот какой ассорти. Короче, уронила я орхидею, она это увидела, говорит, ничего, там, it's okay, все нормально. Я чуть-чуть собрала. Полезла. Вот эти мне нравятся, смотрите, крашеные. А я вообще хочу вот эту вот монстеру, у меня когда-то была, опять хочу приобрести. Ну, или эту, или еще есть такой цветок, не помню, как называется, посмотрим. Здесь в этом магазине они очень дорогие. Надо где-то в других посмотреть. Вот кэш можно $200 снять в магазине. Лимит со своей карточки. Что там Никитка увидел? Диски. Почем они там? 8, 14. Так, на сколько у меня вышел-то чек? Я, как всегда, ничего не купила, да? $61. Пакетика. Так, что я там еще? Я киви еще взяла. Вот эта тележка вся громыхает. Вроде новые тележки, а колеса такие же остались, как у старых. Какой маленький, прикольный. Ах, Никита закрыл его. Ай! Классный такой. Мне сегодня везет на эти всякие мотоциклики. Когда снимаешь, надо всегда говорить американцам хай, если вдруг ты их. Тогда они сразу располагаются к тебе. Да, Никит? Да?
Надо хай говорить. А то так скажет, ничего себе, что это они меня снимают. Так, а тут у меня это, короче, надо в Гудвилл отвезти. Коробка там, какая-то одежда, какие-то ножи старые. Смотрите, что там написано. Там написано на машине. Fuck Trump, представляете? А, и про Байдена, там Байден сад. Что, забежала я тут в TJ Maxx. Так, что-то магазин некогда было снимать, но купила вот такой вот серум под глаза. Так, вот такую вот пижамку летнюю. И шортики. Здесь еще шортики есть. Буду дома щеголять. Вот такие бочуни хочу померить. Так, сколько они тут? $30. Я думаю, они должны быть очень удобными. У меня наподобие такие есть джинсовые. Так, Нивея. Я вообще 100 лет, я уже не помню, сколько десятилетий, вообще не пользовалась Нивея. Вот для тела решила использовать. Как раз у меня все закончились мои эти крема. А это обалдеть. Я сейчас понюхала, там чуть-чуть это, ну, приоткрылось. Папайя. Конкретный запах папайи. Это боди-скраб. Так что будем скрабироваться. Так, что тут? Чего только нет. Так, немножко посмотрим. Такие носочки. Все думаю, брать, не брать. Нужны они мне, да? 3 пары. $5. Что-то никогда не использовала. Так, что тут еще есть? Всякие мочалки. Мочалки у нас есть. А здесь все для волос. Так, ладно, все, побежала я. Мода, мода, Skechers. $30. Вот такие вот цветные. Короче, в магазин как попадешь, начинаешь все хватать. Да, вот уже к кассе бежала, увидела вот такую вот накидку. Смотрите, для купальника такая красивая. Все думала или черную, или бежевую взять. Но вроде эту решила. И такие же бежевые. Спайдер называется это. Шортики для спортзала. Черные у меня есть. И вот таким цветом решила. Хотела какие-то поярче, но что-то ярких нет. Так, ладно, все. Идем на кассу. Вечером так классно ходить. Уже сколько? 7 часов. Людей вообще почти никого нет. А днем, если придешь, вечно такая толпа. Так, мы за чайником приехали. Все, мой чайник тот сгорел. Значит, купим новый. Их вообще хватает, я не знаю, ненадолго, да? Сколько у меня тот? Год пробыл и сгорел. Какие они сейчас не на скидке? 39. Никита, осторожно, осторожно. Вообще можно его за 30 купить, когда скидка будет. А, вот такие вот должны быть подушки, потому что наволочки длинные. Но что-то не знаю, у нас раньше были, мне они не очень казались такие удобные. Не, они нормальные, но я больше люблю вот такие ортопедические. Вот даже как это примерно. Так, что делать, что делать? Так, а вот тоже что-то интересное. Тоже вот так вот лежать. А, лежать, сидеть удобно. А вот какие подушечки классненькие. Так, $20 одна. Коврики тоже такие классные. Такие приятные. $16. А вот тоже для кухни какие веселенькие. Так. А, у нас тоже такая клубника появилась. Я видела на Facebook в группе. Интересная такая белая. Что она, интересно, сладкая, не сладкая? Ух ты, какой карамельный тортик. $15. Один сахар. Как-то я брала. Один вкусный сахар. Так, что, Никиту понесло к этим, к морепродуктам, крабы. Так, £1 $11 стоит. Ну, какие огромные крабовые ножки. Вообще, вот эта упаковка, вот, $52, $56. Лобстеры. Ух, какие-то вообще огромные, смотрите. Whole farm white shrimp.
как целая эта рыбешка. Это такое, да, Никитка говорит, слушайте, я покупала в этом первый раз. Ну, вот спросила про такие дрожжи, говорят, очень классные. Запах дают белью, да. Я вот купила маленькую бутылочку. Здесь $18, такая огроменная. Что-то не помню, маленькая почем, но обычно здесь выгоднее брать. Так, ополаскиватель тоже нужен нам, кондиционер, но не этот. Я тоже в этом Loves взяла. Такой там белый цветок должен быть. Вот этот розовый цветок, у него немножко такой запах, который меня что-то раздражает. И вот этот, а должен быть такой белый цветок. Нет, тут нету таких. Лучше потом там куплю. Так, Лизол тут почем? $13. Так, смотрю, порошок. Я хочу попробовать. Когда-то брала, вот, чтобы, видите, в подушечках был. Так удобно, в барабан кинул, и все. $19. Тут на сколько стирок? Ну, короче, намного. Что-то я не вижу, сколько. А, 152 стирки получится. Да, вот этот возьму. Так, ну сахар у нас какой хочешь. Так, вот такой органический коричневый сахар. Так, вот этот тоже органический. Вот это, да, тростниковый вроде сахар. Вот раньше мы его всегда брали. Есть вот такой вот песочек меленький. Сейчас, Никит, я вот этот возьму. Я специально за ним приехала. Вот это. Манкфрут. Zero калорий. В одной там чайной ложке, да? А, нет, даже это две тейбл-ложки будет zero калорий. Так, вообще мне нужен яблочный уксус. Так, 7,69, но это очень много. Я не беру, конечно, три бутылки. Лучше в другом магазине маленькую возьму. Пить иногда после еды. Интересно, я не видела Калифорния олео. Так, олив ойл. Что-то оно какое-то интересное у него уже и название такое. Короче, на пробу взяли ананас сушеный. Такая вкуснятина. Я, кажется, никогда не ела ананаса сушеного. Никита, вот твоя лежит. Хочешь? Никитка ждет, когда я ему этот куплю. Хот-дог. Сегодня прям объеденье у нас. Что тут только нам не дают? И орешки, и ананасы. Вот это сухое мясо Никита любит, да? Макадамия. Вот эти орехи только на Гавайских островах растут. Кто-то лодку купил, понес. Вот этот каяк. Каяк. А мясо еще у меня есть? Мясо? А ты съел? Или... Я не помню, есть вроде.